В Австралии обитают самые умные из сумчатых – вомбаты. Они не только умны, но и мастерски роют норы. И не менее виртуозно защищаются в них от врагов, закупоривая вход в нору задом. Задняя часть вомбата практически бронированная. На ней толстая и непрокусываемая кожа и хрящи. Стоит хищнику начать кусать его за жопень, и окажется, что прокусить ее невозможно. Зубы нападающего будут просто клацать по ней, как по канализационному люку. Если хищник окажется очень настойчивым, то милейшая животина позволяет хищнику просунуть свою морду между потолком и вомбатским задом. Тут-то хищник и совершает фатальную ошибку. Вомбат резко задирает попу, прижимает врага к потолку и душит неприятеля. Но это еще не все. Зад вомбата вызывает интерес из-за формы фекалий. Вомбат – единственное животное, чьи экскременты кубические. Можно сказать, что зверек обделывается кирпичами, что связано с особенностями их кишечника.